Но я нашла что-то. Что-то? На накидке, как пелена. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Значит, тонкая копия вышла в накидке, и у нее конструкция, она перекошенная. Накидка. Перекошенная конструкция. Она перекошенная конструкция. Она перекошенная. И конструкция. Хорошо. Биоробот чистый в нее. Защищаем ее физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Карлину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Карлины поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Карлину. Карлина идет к маме. Она как слепая, руки вперед протягивает. Ей ничего не видно по этой пеленой. Я даю команду на счет 3. С силой моего намерения снимаю эту пелену, отключая полностью до 100%. 1, 2, 3. Она выходит из всех ее 7 тонких тел, зависает перед ней. Ну вот эта накидка, пелена, как туман сейчас, шар сформировалась. Отлично, отправляю этот шар в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо, мы приветствуем Карлину, она видит нас? Да, она видит, она спрашивает, где она. Хорошо, мама, иди. Мама объясняет, где Карлина находится. Мы тебя чистим, Карлина. Ты просила о нашей чистке. Ты помнишь об этом? Анна, смотри. Она не видела маму пока. Мама за спиной у нее. Она говорит, мама какая-то красивая. Хорошо, я спрашиваю разрешение мамы на чистку ребенка. Дает. Подожди, ты говорила, там конструкция, да? Да, есть конструкция. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует Карлину. Отключает до 100% полностью эту конструкцию. Все связанные с ними чипы 1, 2, 3. Выводит из биополя. Конструкция с чипами отправляется в клетку-тюрьму. Готово. Отлично. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Карлины. Под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует. Все 7 тонких тел Карлины находит все. Не носки на ногах. Красные. Хорошо. Значит, черт, небольшой арахноид и гуманоид. Ну что гуманоид? Решил зайти к ребенку? Решил. Хорошо. А что ты такой спокойный? Думаешь, что это все закончится дружеским разговором? Я тебя спокойно отпущу на твою чистоту. У тебя есть основания? Он не показывает дом. У него там целый портал и устройство. В доме? Да. Я это сам все сожгу без твоей помощи. А у тебя ожидает совсем другая программа. За вот это, что ты сделал сегодня с ребенком. Итак, сколько ты паразит находился в биополе? 4 года. Откуда ты? Сириус. Ловец душ? Все, что можно, собираю. Ты был ответственен за то, что ребенок ходил по ночам? Отключал, да, к моим каналам. Твоя работа. Хорошо. Я даю команду тонкой копии Карлины спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Мама помогает. Все чужеродные, патогенные, низковибрационные энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Карлине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. 1, 2, 3. Пошел реверс назад. Чья это накидка, Вера? Это все принадлежит гуманоиду, он вообще показывает, что там происходит. У него в доме есть портал, который связан с ним по вибрациям. И из него выходят такие, как сказать, как электрические линии, как у трамвая. И вот она подключена к этим линиям. Поэтому он говорит, я ее подключал ночью. А кто тебе разрешал это делать, гуманоид? Через эту конструкцию, пелену, он ее как подключает вот этим разрядом. Вот так вот ты мне это рассказываешь и... Он показывает это. Понятно. Что возвращается? И возвращаются эти разряды как раз. Отлично, усилив все потоки в 100 раз.
Она не могла с ними справляться, она еще... Она не могла, конечно, справляться в 12 лет с гуманоидом. Сопротивляться не могла. И сопротивляться она не могла, гуманоид. Я тебе сегодня забегу немножко вперед, покажу тебе перспективу твою сегодняшнюю. За твое подключение к этому ребенку в моих руках появляется живая плазма. 1, 2, 3. Я сегодня подключу тебя к моей подключке. Закончились эти времена вашего беспредела. Все. Ты же не собираешься это применять? Собираюсь. Конечно, собираюсь. Конечно, собираюсь. Вспомни про законы мироздания. А это убьет меня. А ты помнила о законах мироздания, когда ты входил и убивал 12-летнего ребенка? Я не убивал. А что я ты из нее делал? Энергиями. У тебя есть выбор в конце этого сеанса. Или ты возьмешь живую плазму с собой, или ты уйдешь в межгалактическую полицию. Куда тебе удобно? Опять полиция. Полиция. Жалко. Хорошо, ждем окончания реверса. Готово. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Карлина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Карлина себе обратно, на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. На нее свет идет, чистота, мысли, радость, желание какой-то жизни. Готово. Арахноид, сколько ты находился в биополе ребенка? Арахноид, 3 месяца. Черт, ты ребенку носки установил, да? Одел. Кивает. Сидит в ней, он в доме сидит. Ночью одел. Сколько носки ты уже одел на нее? Как, сколько времени прошло? Тоже 3 месяца. 3 месяца. Ладно, хорошо, давай, черт, выходи, снимай все, что ты оставил. Черт, ты находишься в квартире, в доме ее? Да, он там и находится. Понятно. Арахной, ты тоже там находишься? Да. Да что ж такое? Я сколько раз говорю людям, как важно чистить дома и квартиры, потому что вот это все сущности, это просто возле туалета спать. Хорошо. Вытаскивай, снимай все. Есть лярва у ребенка или что-нибудь, негатив какой-то висит Черт на ней? Черт снял носки. Хорошо, ничего на ней нет, никаких лярв, нет? Нет. Хорошо. Арахноид, выходи, снимай паутину, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе, ничего не забывай. Какой ты дискомфорт доставлял ребенку, арахноид? Он не успевал еще, только укрепиться хотел. Он небольшой. Понятно. Он показывает, как он вцеплялся ей сверху в голову, чтобы удержаться. И что она делала в этот момент? У нее голова болела, она кричала, она там... Что она делала? Нет, у нее мысли переключались. Переключались мысли. Хорошо. Я думаю, это мама доставляла ей, ну, как боль, дискомфорт, и злостью выходила. И злостью выходила. Хорошо, мама должна знать эти симптомы. Черт, а как твои носки действовали на ребенка? А сбор энергии он делал, негатива. Он собирал негатив туда. Понятно. Как она себя вела, когда ты воздействовал? Он усугублял просто все этими носками. То есть, если это был бы какой-то там крик, то это уже там настоящий крик такой, да? Или что-нибудь такого плана? Или... Это большие переживания внутренние, которые выплескивались. Хорошо. Я сейчас обращаюсь к Карлине. Карлина, у тебя были внутренние переживания, да? Она не понимала себя просто. Хорошо. Не может вот. Объяснить, что это переживание, или что она не задумывалась об этом. Ну вот эта ответственность стоит за эти переживания. Ты видишь его сейчас, да? Кивает. И второго ты видишь, и третьего видишь. Со всеми разберемся, не беспокойся. Хорошо, так. Арахноид все забрал? Да, он паутину снял с волос и вытащил вот эти Хорошо. Свои подключки. Я даю команду сканеру просканировать Карлину. 1, 2, 3. И все, что еще не вытащено, осталось на частоте гуманоида, выходит его конструкции и накидки.
Нет, она чистая. Значит, мы все правильно сделали. Хорошо, включай внутренний белый свет Карлине 1, 2, 3. Карлина выдавливает из себя этим светом все негативные и патогенные энергии на частотах интерферентов. 1, 2, 3. Пошел свет. Все негативное, все чужеродное и патогенное, низковибрационное выходит и формируется перед ней в шар. Да, шар вышел. Большой? Как маленький мяч. Открывая под ним портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. И я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Вот этот шар, что вышел, это больше ее мысли, связанные с ее поведением. Чисто. Подхожу к Карлине, помогая моей энергии сделать импульс высоковибрационного шока удара и отсечь от себя все каналы к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы, открывается портал в галактическое ядро. Канал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Черт, ты один в доме живешь? Один. Хорошо. Будешь со мной кооперировать. После того, как я тебя отпущу домой, в дом, ты за это время соберешь все, что ты раскидал полностью. Если ты на ком-то еще носочки из обитателей оставил, я тебе рекомендую как можно быстрее забрать, чтобы я тебя не притянул. После этого ты мне покажешь в доме все порталы без земельного участка, я их все закрою, а после этого я соберу тебе уже тогда весь негатив, который остался в этом доме, и отдам тебе его в дорогу. Тебя устраивает такой вариант? Да. Хочешь эмоциональный фантом? Хочу. Выходит эмоциональный фантом и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Эта низковибрационная, ей регенерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Вышел фантом. Много? Да, много. Фантом целый. Хорошо. Карлина, это все энергии, которые ты своими переживаниями сама произвела. Ты готова с ними расстаться? Готова. Сворачивай это все в шар. Черт, забираешь? Давай. Отправляю черту. У нее фантом такой, серость там. Это больше непонимания даже какие-то происходящего. Ну, возраст такой. Кто ж поймет, так гуманоида, который в твоем биополе находится. Готова. Все забрал. Хорошо, значит, это да, арахнует. И черт, я вас сейчас открываю вам два портала. Вы пойдете в этот дом, вы пойдете и все соберете. Все понятно, арахнует и черт? Да. Открывается два портала против часовой стрелки в дом. Карлина, 1, 2, 3. Арахнует уходит в свой портал, и черт уходит в свой портал. Закрывая, печатаю, растворяю оба портала. Готово. Хорошо. Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. Слушаю тебя. Приветствую тебя, Ли. У меня здесь 12-летний ребенок, гуманоид, накидка, конструкция, массивнейшее воздействие. И он очень захотел в межгалактическую полицию, он мне сам сказал. Не знаю почему. Наверное, пообщаться. Вижу. Знаем, такого не первый раз. Не первый раз. А есть какая-то... Уничтожайте все подключки. Понятно. Скажи мне, Ли, если у тебя попадается второй или другой раз, у них наказание идет строже уже, правильно? Или без, не играет роли, сколько раз он попадается, ему пальцем покажет и скажет, плохой, нельзя так. Немного по-другому идет процесс. В вашем понимании наказания и в нашем это разные вещи. Мы не держим просто так, как вы делаете в тюрьмах. Да, и потом у нас межгалактическая полиция. Мы работаем с разными галактиками. Все понял. Хорошо. Для общего образования мне этой информации достаточно. Благодарю тебя. Открывается под конструкцией накидкой портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Конструкция накидка уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Ну, желаем тогда гуманоиду наилучшие пожелания в поднятии осознанности своей. Первое, что мы делаем, это выясняем, где стоят еще его подключки. Это самое важное – отключить человеческие биороботы, их помещения от конструкции интерферента. Ли, у меня потом сейчас... уже смотрим.
У меня как раз сейчас осталась такая ситуация. Я сейчас буду чистить ее дом, и там стоит активная конструкция гуманоида. Я с ней справлюсь сам же. Мне же не надо его присутствие там. Справишься, уничтожишь. Но я не говорю про отдельный дом. Я говорю, кому еще были сделаны подключки именно им. Да, хорошо. Установите вы, что, к примеру, он подключен еще к 10 другим людям. В чем от вопрос? Мой вопрос. От этого зависит его мера наказания? Зависит. Все понял. Благодарю тебя за это разъяснение. Все понял. Хоть приблизительно понять, как работает ваша система правосудия. Мы называем это вес наказания. Вес? Да. Вес наказания. Хорошо. Буду знать. Точно. Не забрали. Отлично. Все. У нас ничего больше нет? Нет. Давай пройдемся быстренько по частотам. Переходим на частоту неупокоенные бесплотные души. Да, есть души. Да ты что? Да. Отправляем в клетку тюрьму неупокоенную душу. Кто ты, представься? Неупокоенная душа. Орвел. Орвел? Да. Мужчина, женщина? Мужчина. Хорошо, Орвел. А как случилось так, что ты оказался в биополе ребенка? Значит, он искал выход. А ребенок был подключен к космическому каналу, поэтому он пытался смотреть выход через космические каналы. Понятно. Орвел, как давно ты закончил свое воплощение на Земле? В 1989 году. В 1989 да. году. И почему сразу не ушел? Сколько тебе лет было, когда ты закончил воплощение? 54. Болезнь? Нет. Несчастный лесоруб. Случай? Лесоруб. Несчастный дерево случай. Упал. Несчастный случай. Понятно. Хорошо, Орвел. Ты хочешь, чтобы мы тебе открыли светлый портал, да? Да. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Орвел уходит в свой портал в чистилище. Его встречает все, кто его знал и любил. Куратор его встречает. Встречает его Вера? У него бензопила в руках. Он остался под этим деревом, а его не нашли. Да ты что? Какой кошмар. У нас был такой случай, когда под камнем, помнишь, что-то лежал там 80-90 лет? Да, его встречают, и это тот портал, который ему нужен, он благодарит. И мы желаем всего наилучшего Орвелу, всех благ в новой жизни. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, поехали дальше. Неупокоенные бесплотные души пошли. Переходим на бесплотные подселенцы. Ну, здесь какие-то белые, как фантомы. Все фантомы летят в клетку-тюрьму. Там должен быть мощнейший портал в доме, я думаю, если у ребенка столько. Они белые фантомы, как круги. Хорошо, приняли форму. Снимаются маски и голограммы. Фантомы пристают в первозданном виде. Кто такие, откуда? Это в доме находится. Мертвые животные, от них идут вот эти фантомы, флюиды. Я только хотел сказать, это от мертвых животных. Что мне с ними ядро. Делать? Открывается портал в галактическое ядро, и эти бесплотные подселенцы уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Да. Да, их флюиды готовы. Я так и почувствовал, Вера. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Карлина, мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь сейчас? Интересно чувствую. Но рассматривать себя, руки рассматривать, но видеть цвета. Нравится? Обращаем... Да, интересно, вибрирует что-то. Обращаем внимание Инессе, что Инесса должна свои силы, намерения визуализировать защиту для своего ребенка до 16 лет. До 16 лет это задача матери ставить ребенку защиту. Точно так же скидывать с него негатив и заправлять его энергиями. До 16 лет. Поэтому, Инесса, прошу вас к этому серьезно отнестись, потому что ребенок без защиты матери, он действительно беззащитный. Хорошо, сейчас мы будем отправлять Карлину назад в ее биоробот, потом Инессу, и сразу приступим к чистке вашего дома. И
Для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Карлины в систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаясь от объекта и поднимаясь в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте.